В конце прошлого года в мире установлен печальный рекорд. Каждый 113-й житель Земли был вынужден покинуть свой дом. В 2015 году каждую минуту 24 человека становились вынужденными переселенцами. Такие цифры приводятся в ежегодном докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. К сожалению, за год рост составил 10%. Сегодня их 65 миллионов человек, две трети из них внутренне перемещенные лица. До них труднее всего добраться, одна треть беженцы, 90% находятся в странах с низким уровнем дохода или в бедных странах, 50% беженцев – дети. Больше всего людей бегут из Сирии, Афганистана и Сомали. При этом получить статус беженца им становится все труднее. Препятствий везде становится все больше. Я говорю не только о стенах, стен не так много, но я говорю о юридических препятствиях, которые возникают в том числе и в промышленно развитых странах, которые на протяжении долгого времени оставались оплотами принципов, связанных с основными правами человека на получение убежища. Нынешний доклад ООН приурочен к отмечаемому сегодня Всемирному дню беженцев. Накануне в Германии прошли многолюдные митинги против расизма. Его рост связан с наплывом мигрантов в Европу. Только в Германию, по данным Министерства внутренних дел этой страны, в прошлом году прибыло более миллиона беженцев.